Не так давно мы рассказывали о настоящем спортивном празднике – семейных играх «Стартуем вместе», в которых соревновались представители поселений Славянского района. И вот настало время для следующего этапа этих престижных соревнований – краевых игр. Семьи из 37 муниципальных образований Краснодарского края приехали в Славянск-на-Кубани, где в спорткомплексе «Лидер» состоялось торжественное открытие игр. Любым соревнованиям у спортсменов предшествует некоторое волнение, которое побеждает только немалая воля к победе. Славянская семья Гизей готовилась к состязаниям и настраивалась на отличный результат. На любых соревнованиях предстартовый как бы мандраж волнения, он всегда есть, всегда присутствует у настоящего спортсмена, потому что он хочет только как бы выиграть. Проигрывать мы не любим, как вы уже поняли. На открытии соревнований глава Славянского района приветствовал его участников и пожелал им удачного выступления. В Славянском районе много делается для развития физкультуры и спорта, шаговой доступности по поручению губернатора Кубани Владимировича Кондратьева. Строятся спортивные объекты, спортивные площадки. И вот, не знаю, вот сегодняшний праздник и сегодняшние соревнования, это, как уже было сказано, действительно популяризация спорта семейного. И приятно, что вот вы приехали сюда к нам. Чтобы создать праздничное настроение и подбодрить участников краевых соревнований, перед спортсменами выступили юные славянские танцоры. Спортивные игры начались с настольного тенниса. Здесь очень многое зависело от жребия. Если сразу не попадется сильный соперник, то выиграешь и результат будет лучше. Затем соревнования продолжились в центре спортивной подготовки «Олимпиец». Легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали все члены семьи, должна была обозначить претендентов на победу. Славянская семья Гизей выступила очень удачно, финишировав с 4-м результатом. Это потребовало от них напряжения всех сил. И все-таки силы еще остались на последнюю дисциплину – эстафету «Полоса препятствий», где славянцы заняли почетное 2-е место. Именно благодаря этому результату они взошли на пьедестал почета и были награждены медалями и кубком. Соревнования прошли на самом высоком уровне. Мы очень рады принимать гостей в нашем радушном Славянске на Кубани. Соревнование прошло на высоком уровне. Все участники, можете спросить у них, довольны и проведением, и как бы участием в соревнованиях. В общекомандном зачете лидером стала семья Макаровых из Отрадненского района. Они дружат со спортом, выступили уверенно и ровно и добились победы. Очень рады. Команда у нас, конечно, молодцы. И папа молодец, и сын молодец. Все мы одна дружная команда. У нас семья спортивная. Я работаю тренером, муж работает тренером. Ребенок у нас занимается футболом. То есть все постоянно в спорте. И все. Вот весь секрет. Именно семья Макаровых будет представлять Краснодарский край на всероссийских семейных спортивных играх «Стартуем вместе». Пожелаем им успеха. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».